Два человека, пешеход и водитель сбившего его автомобиля, пострадали сегодня днем на пересечении улиц Шамиля Усманова и Кулахметова. 67-летняя пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее снесла 42-летняя автоледи на автомобиле Kia Picanto. Скорую помощь пришлось вызывать для обеих. О причинах и последствиях происшествия узнала Нафиса Минязова. Все произошло на пересечении улиц Шамиля Усманова и Кулахметова. 67-летняя женщина переходила дорогу на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора. Тогда для нее ничто не предвещало беды. Однако прямо из-за угла выехала автоледи на Kia Picanto и совершила наезд на пенсионерку. Как и почему все произошло, рассказал родственник автоледи. По его словам, девушка, поворачивая на перекрестке налево, заметила переходящую дорогу бабушку слишком поздно. Именно поэтому не успела остановиться. А кто как на нее наехали-то? Ну, случайно, наверное. А свою вину признала? Если надо, ну, да, признаю. В результате сильного удара с переломами обеих ног врачи госпитализировали пенсионерку в больницу. При этом пострадала и сама предполагаемая виновница произошедшего. Ей также понадобилась медицинская помощь и госпитализация. Автоледи находится на 6-м месяце беременности, и она жаловалась на боли в животе. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, вызов 112.